Новая серия мощных взрывов сотрясла в четверг 6 февраля столицу Ирака, как сообщил телеканал Ас-Сумария. 4 заминированных автомобиля подорвались в восточном районе Багдада. По данным полиции, в результате взрыва пострадали десятки человек. Накануне в Багдаде произошло опять же несколько терактов, которые унесли жизни более 30 человек. Заминированные автомобили подорвались у Мид-Ирака и входа в охраняемую зеленую зону, где располагаются правительственные учреждения, а также иностранные миссии. По данным Министерства здравоохранения Ирака, более 1000 человек стали жертвами взрывов в стране в январе текущего года. В общей сложности погибли 795 мирных жителей, 122 военнослужащих и 96 полицейских. Кроме того, еще более 2000 человек получили ранения.